В своем фильме я задавал Станиславу Грофу вопрос, считает ли он себя гуру и человеком, который имеет власть над людьми, над своими пациентами, над читателями книг, над психологами и вообще над массами людей, которым он интересен, которые с ним общаются, которые слушают его лекции. И он сказал, что нет, я не считаю себя гуру, я не считаю себя человеком, у которого есть власть над людьми, и я к этому не стремлюсь. И это говорит лишний раз о его человеческой натуре, о его характере, о его представлении себя в этом мире. И он действительно отличается очень большой душевной теплотой и простотой, которые все-таки свойственны великим людям, потому что я не могу не употребить этот термин «великий человек». И в этом же фильме Тев Спаркс, который работает со Станиславом и который выполняет очень важную миссию организатора конференций, семинаров по холотропному дыханию, ну и вообще очень близок к Станиславу Грофу, тоже человек, не склонный к преувеличениям, он сказал, что Станислав Гроф – это Зигмунд Фрейд и Карл Юнг в современной эпохе в одном лице. И я думаю, что это правда, потому что психология 21 века, трансперсональная психология, она сама по себе совершила революцию в психологии. И поскольку психология занимается человеческой душой, то и революцию в сознании тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч людей, может быть, миллионов людей, которые так или иначе сталкиваются с трансперсональной психологией, с холотропным дыханием и с тем вкладом, который внес Станислав Гроф, внесла Кристина Гроф, в понимание того, что же такое человек, какова суть его переживаний, каков смысл его жизни и что происходит в этом загадочном космосе, который находится в каждом из нас. И есть еще один момент, мне кажется, чрезвычайно важный, который исследует Станислав Гроф и который исследуют очень многие великие просветленные учителя и мастера, с которыми мне приходилось сталкиваться в моей жизни. Как соединить тот космос, который существует внутри нас, с тем космосом бесконечной Вселенной, который существует вне нас. И я недавно вот был снова в Индии, на Кумбхамеле в Харидваре, я разговаривал с одним непальским монахом, и я сказал ему, ну объясни вообще, ну все-таки, что такое эго? И он очень просто это сделал. Он взял бутылку воды, а рядом было очень жарко, мы сидели там, он взял бутылку воды и сказал, вот внутри этой бутылки это ты, это твой мир, а за рамками этой бутылки это Вселенная. А вот эта вот пластиковая бутылка, это и есть эго. Это было смешно и в то же время очень понятно, что это такая хрупкая, казалось бы, вещь, прозрачная, но что с ней делать, как с ней работать, оставлять ли это в своей жизни или преодолевать, это тотальные вопросы на самом деле. И в заключение я хотел бы сказать о том, что я
благодарен судьбе за встречу с Стэном Грофом. Сначала я был с ним знаком заочно через Владимира Майкова, и потом мы познакомились и несколько раз встречались, и каждый раз это были очень важные для меня встречи. Я помню, когда мы приехали в Дублин, и там впервые мы познакомились, снимали семинар по холотропному дыханию, и там у нас было 6 человек, съемочная группа из России, и нужно было заполнять анкету, а всего было человек 100 из разных стран мира, из Америки, из Европы, из Австралии, откуда угодно. Всегда на семинары Стэна Грофа приезжают люди из разных мест Земли. Ну и в этой анкете был вопрос такой: испытываете ли вы в данный момент духовный кризис? А потом, когда подвели итоги, то оказалось, из 100 человек 6 ответили на этот вопрос утвердительно: да, испытывают. И это все были люди из России, из нашей семечной группы. Поэтому я думаю, что когда Стэн приезжает в нашу страну, а он очень хорошо понимает, что такое славянская загадочная русская душа, потому что он сам чех и он сам славянин по происхождению и прожил свою молодость в той самой системе, в которой многие из нас жили. Поэтому он очень хорошо понимает, что такое русская душа. И русские люди, люди, живущие в России, им особенно важно, дорого и ценно то, что делает Станислав Гров, и те встречи, которые происходят с ним здесь, в нашей стране, в России. Поэтому я считаю, что сегодняшние события, ну, как и все дни Конгресса, вот для меня лично они важны прежде всего потому, что к нам, в нашу страну, очередной раз приехал этот замечательный ученый и очень добрый, очень хороший человек Станислав Гров. Good morning. Thank you very much for that wonderful introduction. Доброе утро и огромное спасибо за это чудесное представление. When I get this kind of introduction, когда меня I вот так представляют, я чувствую себя немножко двусмысленно, потому что это так здорово, когда тебя так поглаживают, когда про тебя говорят такие замечательные вещи, но в то же самое время это вызывает определенные ожидания в аудитории, которые потом не так легко выполнить. I would like to вернуть комплимент тебе. Те из нас, кто участвует в транспрессионном движении в Соединенных Штатах Америки, завидуют России, потому что есть вот такой человек в области масс-медиа, как Эдуард Сагалаев. Мы хотели бы, чтобы такой человек был бы у нас в США. Но у нас, к несчастью, нет людей такого уровня, с таким уровнем открытости. Человек, который был бы подлинным послом трансперсонального в мире информации. Я чувствую очень большую близость с Эдуардом с первого момента, с первой нашей встречи. Я думаю, что мы создали действительно очень тесную дружбу. И я необыкновенно признателен тебе за то, что ты сделал. И было кое-что, что я хотел бы сказать в ответ. Вопрос насчет гуру. Я никогда не воспринимал себя как гуру, и я был очень счастлив оказаться в некоторых местах, в правильном месте, в правильное время, где происходило что-то очень важное. И тогда вот этот необыкновенный инструмент просто свалился к нам из ниоткуда. Switzerland from Sandoz and we started working мы работали with в Сандос, areas are opening in the psyche that стали открываться psychologists and psychiatrists didn't know anything about в нашей душе, которых ничего не знала ни психиатрия, ни психология. Мне просто посчастливилось оказаться здесь. И то, что я писал в книгах, не было создано мной. Я просто собирал опыты сотен, а затем тысяч людей, когда мы просто
что начали затем работать с модерным дыханием, то, что вы найдете в моих книгах, это не мои идеи, не мои спекуляции. Это просто хроника необычных состояний сознания, как моих, так и тех, о которых я услышал от других людей. Поэтому, когда говорю с людьми, я обычно не говорю не вот так, как это есть, я говорю, это то, как это видят другие люди. И это совершенно новый способ понимания себя. That also happens to be somehow supported также, by the new developments in science, which we call the new paradigm. Новыми открытиями науки, то, что мы называем созданием новой парадигмы. Okay, so I will start. Thank you very much. И еще раз большое спасибо. So I will start this morning by actually asking you a few questions. Задав вам несколько вопросов. И it's already on the screen. Уже на экране. I would like to ask you, how many of you had in your everyday life any of these kinds of experiences that you see on the screen? Can we see the hands? Так, их там видно? Кто, у кого что-то происходит, поднимите руки. Obviously, this is somewhat self-selected audience, but still, это избранная аудитория. It's pretty impressive, and we very much get that kind of response wherever we подобный же подход мы получаем где угодно, где мы не оказались. How many of you experienced actually the holotropic breathwork that Christina and I developed? Участвовал в холотропном дыхании, которое мы создали мы с Кристиной. Quite a few. Ага, да, опять-таки тоже очень. So that really helps. The reason I'm asking that question is that what I will be talking about this morning comes from now over 50 years of systematic study of these particular types of experience. Now, I used at this point the term non-ordinary states of consciousness, which is a term that those of us who have done some systematic consciousness research have been using. In traditional academic psychiatry, you will hear another term, which is altered states of consciousness, which I personally don't like, because it suggests a certain pejorative twist. Смысловой вывих. This is different from the way we should perceive ourselves or should perceive the world. Как следует воспринимать мир. Altered, измененное, suggests almost impairment or distortion of some sort. Подразумевает некого рода помеху, которую American slang, следует исправить, we use увечья. The term for castration of pets. В американском сленге слово «измененный» означает кастрацию домашнего животного. Вот я изменил свою кошку, изменил свою песика. Я слишком уважаю, испытываю слишком большое. So we were using for a long time the term non-ordinary, but there was also a problem with that. Our daughter is married to a son of Jane Middleton Moss, who is a Native American. We have these wonderful discussions. Американской нации, и мы вели много замечательных бесед с ней. И она мне даже сказала, Стэн, а зачем ты вообще пользуешься термином необычное состояние сознания для моего народа? Part of the spectrum that human beings can have. So here I think I'm somewhat avant-garde in the academic circle, for her, coming from a shamanic понимаете, culture, это я из авангарда, this is a very narrow way of looking at things, to sort out a certain category of experiences and call them non-ordinary, because we have the natural ability to have those experiences under certain circumstances. So, after some time of involvement in the research of these states, I became just astonished that psychiatry and psychology, as we know it today, does not have a special name for an important subcategory of non-ordinary states, which are, for example, those that you saw on the screen, that have actually healing, transformative, and even evolutionary potential. We call them altered states, and they're seen as pathological states. So I decided to create my own term, and I started calling this important subcategory of these non-ordinary states holotropic states.
Хаотропные состояния – это те состояния, которые переживают шаманы во время посвятительного кризиса. Это состояния, которые индуцируются в клиентах шаманами, когда они с ними проделают исцеляющую работу. Хаотропные состояния – это состояния, которые переживаются в коренных культурах в обрядах перехода или же в ходе других мощных обрядных церемоний. Это состояния, которые описывают посвящаемыми в древних мистериях, включающих в себя обряды смерти и возрождения. Это те состояния, которые описываются в шумерийской мистерии Инанны и Тамуза, или же посвящаемые, которые отождествлялись с Изидой и Осирисом в Древнем Египте, в мистерии Адониса во время обрядов Бакханалии, в Мезоамерике, у Майя такие обряды также существуют, и так далее. И такие же опыты описываются буддистами различных школ, различными йогинами, даоистами, христианскими мистиками, каббалистами и так далее. Это все called in this new terminology holotropic. They're quite different from other states that actually deserve the term altered, which is like a delirium that you have when you have typhoid fever, or delirium tremens, so those are very, very different. These are experiences that are healing, that are transformative, that are evolutionary, and they have very powerful heuristic potential. H-E-U-R, и они from Eureka, обладают, не обладают очень мощным, you can get a lot of new information from these states about consciousness, в холотропном состоянии вы можете получить новую информацию о человеческой душе, disease, о своем здоровье и о болезни. Even about the nature of reality. So what does that term holotropic mean? It's a composite word, it's a neologism. That, you know, you don't find anywhere else than in my writings. Кроме как в моих книгах вы его не найдете. Write something that's based, because this was my term. Это был тот термин, который я составил. Греческое слово «холос» означает «целостный», а «тропеин» означает «движение в каком-то направлении». Подобный термин существует в ботанике – гелиотропные растения, которые поворачиваются, следуя за солнцем. Так что это растение всегда будет следить за солнцем, следовать за ним, стремиться к нему. Теперь. That term suggests something that surprises many Westerners нечто, in the, что, застает врасплох среднестатистического человека Запада. Expand it and say in the industrial civilization. И даже в России, it suggests that we somehow are not whole the way we experience некое предположение, что сейчас, когда мы experience ourselves in the ordinary state of consciousness as being Newtonian objects. В обычном состоянии сознания мы объекты ньютоновской физики, а мы тело и эго. Now it suggests something different. Это предполагает нечто иное на самом деле. И я предпочел бы yesterday's lecture to Dr. Karan Singh. Сейчас напомнить вам вчерашнюю лекцию доктора Карана Сингха. We are not what we're experiencing ourselves as in everyday life. The Hindus would say we are not nama rupa. Мы не являемся тем, что мы принимаем повседневной жизни. Мы не являемся нама рупа, как сказали бы индусы. Мы не являемся именными формой. Core divine sparks. Мы это не только мы. In the Hindu tradition, you would get practices. And when you pursue those practices, определенные практики, если вы следуете этим практикам, то это становится вашим прямым опытом. Это уже не просто ваша вера. Необоснованное убеждение. Но это эмпирическое утверждение, которое следует за вашим опытом. Это тот опыт, который вы можете обладать. Вы дотрагиваетесь до этой божественного корня в себе, который является атманом. И тогда вы осознаете, что эта энергия, это абсолютное сознание, которое находится там, поистине идентично сотворяющей энергии этого мироздания. Атман равен Брахмана. Мы не только намарупа, мы атман и брахмана. И это нечто, что вы можете обнаружить Upanishads, when there's a question, you know, who are you, who are we, and the answer would be in Sanskrit, tattvam asi.
кто есть ты, и ответ Татвамаси, что обычно переводится на архаической форме языка, ты есть то, то есть ты есть Бог, а не просто человеческое существо, как ты себя сейчас воспринимаешь. Теяр де Шарден, французский палеонтолог и католический монах, иезуит, говорил это по-другому. Он говорил так. Вы это не человеческие существа, которые переживают духовный опыт. Вы духовные существа, которые переживают опыт бытия человеком. Посмотрите на мировые культуры, вы обнаружите, что сходные утверждения находятся в основе всех мировых религий. Космический Христ, Аллах, Дао, мы можем говорить о космическом Христе, об Аллахе, мы можем говорить о Дао, о Силе. То есть это основа понимания того, что мы называем холотропными состояниями. И вот мой собственное начало столкновения с этими холотропными опытами произошло в 1966 году. Как начинающий психиатр, я выступил в качестве добровольца в испытании ЛСД. Мы получили ЛСД, которое только что было разработано и первично исследовано в Швейцарии. And it was offered for psychiatrists as a kind of a training, very unconventional training experience. The early study of Dr. Stoll showed that there was some similarity between the experiences of people who get the diagnosis of psychosis and the experiences induced by LSD. So they were now sending samples of the substance to different research institutes and universities and individual therapists, and they were asking for feedback. Can you see any use for this substance in psychiatry? And they suggested применение этого препарата в психиатрии. И они предлагали, в общем-то, два способа применения. Один из них — использовать ЛСД для состояния экспериментального психоза. Берем группу нормальных, в кавычках, людей, и после обследования вы даете им ЛСД, и затем вы повторите то же обследование после приема ЛСД, и вы выясняете, что происходит на биологическом уровне, когда психи человека меняется вот настолько. А затем было второе предложение для использования. И это стало моей судьбой, а именно, этот препарат может, возможно, использоваться как необычный, неконвенциональный тренинговый инструмент для психиатра, который может провести несколько часов благодаря ему, изучая тот мир, в котором живут его пациенты. И тогда это сделает возможным для нас лучше понимать наших пациентов, лучше коммуницировать с ними и быть более успешными в лечении их. А в этом лечении они несомненно нуждались. И вот так я стал одним из первых чешских волонтеров, который согласился на эти невероятно мощные опыты и пережил действительно контакт с космическим сознанием. Но, собственно, тот человек, который контролировал опыты, он интересовался, в первую очередь, ВЭГ, ему было интересно, что происходит с мозгом, когда человек смотрит на вспышки сильного стробоскопа. Посмотрите, как различные участки мозга воспринимают эти частоты. Я не только принял большую дозу ЛСД. Эта сессия проходила при том, что я в присутствии очень мощного стробоскопа. И я действительно ощутил выход из тела и ощутил единство со всем мирозданием. И когда я вышел из этой сессии, я был под громадным впечатлением. И тогда, в то время, когда я был крайне разочарован в психоанализе, и внезапно для меня открылась благодаря этому совершенно новая область. И я понял, что как психиатру мне гораздо более интересно исследовать вот эти необычные состояния, которые я позднее назвал холотропным. И вот я начал эксперименты, и моя картина мира подвергалась непрерывным вызовам.
that simply were not supposed to be happening. Со мной происходили вещи, которые вообще не должны были происходить, если мир такой, как его описывает традиционная наука, традиционная психиатрия и традиционная психология. Это был подлинный кризис, в такой степени, что я даже начал сомневаться в том, что я разумен, то есть я психически здоров. Потому что опыт говорил мне прямо противоположное тому, что говорили мне все медицинские авторитеты, все, чему меня учили на медицинском факультете университета, и как студент я привык уважать эти авторитеты. И вещи, которые происходили, были просто невозможны. Если все правильно, то, что меня учили в университете. В те дни мы говорили о аномальных опытах. Это были очень аномальные опыты. И моя парадигма начала меняться. So when I became comfortable with this whole world of these anomalous phenomena, I started writing books about what I believed were implications for different aspects of psychiatry, for the dimensions of the psyche themselves, how big is the psyche, what kind of experiences can you have without getting psychiatric diagnoses, the implications for the strategy of psychotherapy, and then at the very end of the spectrum, actually implications for the nature of reality, particularly one significant aspect, which is what is consciousness? Is it really true that consciousness can be explained as something that emerges out of the complexity of neurophysiological processes? Or is consciousness something much more fundamental? Или же сознание есть нечто гораздо более фундаментальное? When I was approaching my 70th birthday, и когда мне уже почти исполнилось 70 лет, я уже собирался уйти в большей степени на покой, писать книги. Staff of people who are teaching holotropic breathwork all over the world. And we needed a manual so that people in these different countries, you know, teach для того, чтобы эти люди во всех этих разных странах, по крайней мере, обучали одному и тому же. И мне позвонил мой издательство Нью-Йоркского университета. Она публиковала достаточно много моих книг. You know, we have published books on different aspects of your work. Would you consider putting it all into one book? Would you summarize it and create a book that would be kind of an introduction for the readers to all the other books? And I would consider it. Would you specifically focus on your observations that current psychiatry and psychology cannot explain? And would you потом в разговоре возникла некоторая пауза, и она сказала, как ты думаешь, а как будет выглядеть эта новая психология и психиатрия, которая будет включать в себя то новое, что было узнано и обнаружено? А это то, что мы называем в Америке крупным заказом. Но меня эта идея заворожила, потому что ко мне поступило предложение написать учебник для наших тренингов. То есть учебник, который включал бы в себя главы, являющиеся темами различных тренинговых модулей. И вот я решил написать книгу, и я решил назвать ее крайне провокативно. Психология будущего, то есть вот это и есть психология будущего. Я имею в виду, что это было намеренно провокативно, потому что если писать о книге типа «Холотропное сознание», то люди могут просто пройти мимо. А если ты называешь свою книгу «Психология будущего», то люди либо притягиваются сильно к этой книге, либо наоборот активно протестуют. То есть у них возникает сильная реакция к этому названию. И как вы видите, мы уже опубликовали другую книгу, которая описывает, собственно, сам тренинг, не только его теоретические основы, но и методологию холотропного дыхания.
Can we have the second slide? А можна второй слайд, пожалуйста? Можете мне дать другую картинку? Okay, what you will see. Хорошо, то, что вы увидите. Is a list of categories where I believe We would have to think radically our thinking, change radically our thinking. Применительно к которым, как я полагаю, нам будут необходимы радикальные изменения в нашем видении психиатрии и психологии. Reform that we will be talking about. Это очень This is not something that can reforma, be handled by small patchwork, what we call technically ad hoc hypotheses. This would be a major overhaul. I mean, we would have radically changed our understanding. Канву. Это радикальные изменения в нашем понимании. In about a week, I will start the 80th Примерно через неделю я уже вступлю в 80-й год своей жизни, и в это время исследователи зачастую стараются приступить к осмыслению всей той работы, что они проделали за свою жизнь. Now, in the past, people who suggested something, you know, this radical, И в прошлом люди, которые предлагали такие радикальные изменения, не встречались с энтузиазмом и принятием со стороны академических кругов. И я для себя этого не ожидаю, потому что я помню, насколько трудно было мне самому принять результаты собственных наблюдений. Но все-таки я рискну. Итак, здесь вы можете видеть различные области, в которых необходимо очень радикальное изменение нашего мышления. Начну я с пункта первого. С природы сознания как такового. При изучении психологии и психиатрии мы можем услышать, что сознание каким-то загадочным образом порождается Now, суммой процессов в головном мозге. Like и, насколько я знаю, никто еще не пытался объяснить, как это вообще возможно, потому что пропасть между одним и другим настолько огромна, настолько глубока, что трудно даже начать думать, а как же это могло произойти. То есть здесь мы встречаемся с метафизическим подразумеванием того, что мир материален, что история Вселенной — это история развития материи, и что Вселенная каким-то образом создала сама себя. И то, что в ней происходило, происхождение органической материи, происхождение жизни, сознания, разума, все это происходило в силу движения частиц, без какого бы то ни было руководящего этим разума. Now, if you work with holotropic states, you will find out that consciousness is something very, very different. It is at least an equal partner of matter, potentially, possibly, supraordinated. I can, after half a century of experiencing these states and working with them, it's much easier for me to imagine that the material world is a virtual reality created by consciousness, by orchestration of experiences, than it is to believe that matter can generate something as phenomenal as consciousness. So we have now, you know, enormous number of Итак, observations сейчас у нас indicating есть огромное количество наблюдений, которые указывают на то, что сознание possibly может do. Делать то, что не в состоянии делать In головной мозг. Of, transpersonal experiences, во множестве трансперсональных опытов, и у меня нет времени на то, чтобы привести примеры, но их можно встретить в моих книгах.
В этих опытах я понимал, что мы можем выйти за пределы нашего эго, за пределы того эго, что заключено в оболочку кожи. Мы можем стать всем миром, мы можем прожить опыт группового сознания, мы можем идентифицироваться с животными, мы можем отправиться в глубины человеческой истории, и в этих опытах мы можем получить новую информацию об этих разных аспектах мироздания. Информацию, которой мы никогда не получали в течение этой своей жизни. Мы не получали ее в силу восприятия наших органов чувств. И сейчас я упомяну только один опыт, который, я думаю, знаком вам всем. И вы, я думаю, много о нем читали. Это опыт из танатологии, из науки, занимающейся исследованием смерти и умирания. Сейчас накоплено огромное количество свидетельств в пользу того, что человек может испытывать клиническую смерть, а не только в силу остановки сердца, но и в силу того, что ЭЭГ показывает отсутствие активности мозга. И при том, что человек находится биологически, физиологически в таком состоянии, его сознание выходит из тела и, может быть, находит для себя какое-то место под потолком, а из интереса наблюдает то, что же происходит с телом, из которого оно вышло. Потом это сознание может отправиться на прогулку, на экскурсию по зданию, где это происходит. Это сознание может пережить опыт того, что происходит физически, допустим, за 2000 километров от этого места. И врач, психиатр, сказал бы, что это галлюцинация. Он может сказать, что умирающий мозг продуцирует какие-то образы, но исследователь, сознание которого открыто, отправится и проверит, а что же на самом деле происходило в тех местах, куда ходило это сознание. То есть у нас может быть консенсусное подтверждение тому, что было астральным опытом. Showing that this same thing can happen to people who are blind, congenitally blind, for organic reasons. There is evidence that people who are blind, они могли проходить сквозь потолок больницы и видеть ландшафт вокруг здания и тому подобные вещи. Это все очень-очень радикальным образом меняющие наш взгляд наблюдения. И потрясающе, что это является общим знанием, оно открыто. Я могу предположить, что вот такие люди, как Владимир Майков, Эдуард Сагалаев, довольно много сделали, чтобы популяризовать здесь это на телевидении, но и в США описывающие это книги входят в списки бестселлеров, книги, в которых люди описывают, что с ними происходило в ситуации близких к смерти. Есть книги, написанные танатологами, есть ток-шоу на телевидении, где люди перед камерами на телевидении говорят о том, что с ними происходило в ситуациях близких к смерти. Люди в Голливуде этим вдохновляются. Есть громадное уже количество фильмов о том, что происходит с ними после смерти. То есть человек на улице знает об этом, но вот в академических кругах нет никакого ответа на это знание. Они действуют так, как будто ничего не изменилось, и мы по-прежнему преподаем в наших университетах, что сознание есть нечто спродуцированное физиологической активностью мозга. Это то, что в истории науки называлось вульгарным материализмом. То есть некое такое пафос в утверждении, что ничего такого обычного в сознании. Сознание производится мозгом, так же, как почками производится моча. И я полагаю, что это хорошая иллюстрация того, что я называю абсолютно необоснованной концепцией материализма. Итак, вторая вещь после изменения состояния сознания.
многомерность человеческой души, то, что мы имеем в традиционной психологии, психиатрии, вот базовая модель психи, она ограничена постнатальным послеродовым периодом. Фройд утверждал, что новорожденный является табула раса, то есть чистой доской, на которой ничего не написано. То есть для такого психолога нет ничего интересного в том, что предваряло рождение, да и сам процесс рождения тоже не интересен. То есть очень важно при этом, какого рода была мама, какого рода было кормление груди, как проходило приучение к туалету, как формировался комплекс Электры и комплекс Эдипа. Но при этом есть вот фрейдовское индивидуальное бессознательное, которое тоже является результатом постнатальной истории. То есть как если бы все, что происходило во время родов, забыто и неважно. И это те вещи, которые мы обнаружим. Этот подход неприемлем. Когда Фройд открыл индивидуальное бессознательное, он создал образ айсберга. То есть сознание — это лишь верхушка айсберга, но есть громадная часть, которая таится под водой, и эта часть относится к бессознательному. Это очень совпадает с моим пониманием души, которое было у меня, когда я начал пользоваться психоделиками. И на поверхностном уровне применения психоделиков казалось, что все так оно и есть. Почти лабораторное подтверждение фрейдовской модели. Одна проблема. Опыт не остановился на этом. И когда мы продолжили наши психоделические сессии, неожиданно стали открываться новые области, новые измерения психи, которые Фройд и его последователи, за исключением таких ренегатов, как Отто Ранг и Карл Густав Юнг, не признавали. Они даже не знали, что существует. И вот первая значительная область, которая открылась, это область, которую теперь называют перинатальной. Термин перинатальный используется в акушерстве, родовспоможении. Он означает ситуации, которые происходят непосредственно перед родами, во время родов и сразу после родов. Но в книжках по акушерству и гинекологии вы не будете читать о таких вещах, как перинатальный опыт. Вы можете прочитать о перинатальных инфекциях, перинатальных повреждениях мозга, потому что психиатрии, как и в медицине, и философии медицины в целом, есть такая идея, что каким-то образом мы не можем запомнить то, что происходит во время родов. В биологии, физиологии есть такое объяснение, что нет миелинизации мозга. То есть нейроны коры головного мозга покрыты вот субстанцией, которая называется миелин. И процесс под названием миелинизация не завершен у новорожденного. И это почему-то считается основательной причиной, чтобы объяснить, вот, что мы не помним наши роды. Ну, это просто потрясающее. Потрясающая логическая ошибка. Потому что, давайте задумаемся, есть общее согласие в психиатрии и психологии, и в педиатрии и так далее, что непосредственно после родов, вот тут же, есть сознание, и то, что происходит с младенцем, может оказать влияние на всю последующую жизнь. Например, акушеры говорят о установлении связи, вот просто взгляд ребенка на маму и взгляд мамы на ребенка. И вот эта первая связь может определить все будущее отношений индивида с материнской фигурой. То есть ровно тот же самый аргумент. Отвергается, как если бы ребенок появился из канала, вдруг получил миелинизацию, что не так, потому что новорожденный младенчик, у него миелинизация не окончена.
То есть то, что происходит после родов, запоминается, но отвергается, что нужно запомнить то, что во время родов. Теперь у нас есть также еще донатальные исследования. Есть исследования, когда подтверждают, что плод в утробе невероятно сенситивен. Дети воспринимают ту музыку, которую слушает мама. Если музыка нравится маме, дети спят лучше. То есть человек лучше адаптируется к родовой действительности, если был дородовой соединен. И есть еще один аргумент. Вообще-то вам не нужен мозг как таковой в целом для того, чтобы сохранить память. Функция памяти есть и у тех организмов, у которых вообще нет мозга. Например, 10 лет тому назад Эрик Кендалл получил Нобелевскую премию в области физиологии за исследование механизма памяти у морских моллюсков, латинское название аплизия. Вот он за эту Нобелевскую премию получил. То есть у них память есть, но новорожденные, стоящие на необычайно более высокой ступени эволюции, не в состоянии запомнить, что произошло за 20-50 ситуацию угрожающей жизни. Вот такая интересная ситуация у нас сложилась в науке. Идет очень мощное вытеснение в науке психологии. То есть есть утверждение, что это были такие ужасные воспоминания, что они вытесняются, и мы не хотим их помнить. Это большая область изменений, которые мы должны внести, добавить в современную психологию. Вот изменения, область перинатального, и есть очень... Эти опыты, они связаны с последовательными этапами клинических родов. Я называю это базовыми перинатальными матрицами. Вторая матрица — это когда матка уже сокращается, но шейка еще не открыта. Третья — это когда родовой канал открыт, идет борьба. И четвертое — это когда плод вышел из утробы, первое — до родов. То есть это четыре стадии, четыре матрицы опытов, которые необыкновенно важны для создания холотропных состояний. И есть еще одно измерение, невероятное измерение, которое мы должны добавить к картографии человеческой души. Мы теперь называем его трансперсональным. Это те опыты, которые я уже упоминал. Внезапно вы ощущаете единство с другим человеком. Вы становитесь другим человеком. Вы можете переживать контакт с групповым сознанием. Вы можете ощущать себя единение со всеми матерями и со всеми детьми мира, или со всеми воинами этого мира. Или вы можете испытать поле мирового сознания как таковое. Вы можете отправиться в область живых существ. Как я уже говорил, вы можете переживать единение, отождествление со всеми формами жизни по дарвиновской лестнице и получать новые информации, новые сведения, новые знания о том, как живут эти формы жизни, информация, которую вы никогда не получали в сознательной жизни. Это может быть даже отождествление с чем-то из ботанического царства. Например, вы можете ощутить себя одним целым с секвойей, ощутить как циркулирует влага в корнях и так далее. Вы сознательно ощущаете фотосинтез, как минералы обмениваются в вашей корневой системе. И вы начинаете воспринимать свое тело как ствол дерева, в большей степени, как человеческое тело. Это ситуация здесь, в которой все то, что вы в обыденном состоянии сознания воспринимаете как объект, становится субъективным состоянием вашего ума. То есть, опять-таки, вы можете здесь установить связь с великой духовной философией Индии, которая трактует, что все то, что мы переживаем как опыт, является проекцией ума Брахмана, то есть абсолютное сознание спроецирует этот мир.
И все то, что мы описываем в терминах ньютоновской философии, в индуизме называется майя, или, то есть морком, или лилой, игрой. Игрой сознания. Есть еще одна категория в трансперсональном опыте, который переносит вас в историческую или архетипическую область, как ее определил Юнг. То есть мы можем пережить все то, что когда-либо случалось в человеческой истории, по крайней мере, в потенциале. Мы также можем оказаться в области архетипического и пережить контакт с любыми архетипическими образами, с любыми архетипическими филологическими слоями любой культуры, при том, что вы можете ничего не знать об этих мифологиях, об этих периодах человеческой истории на уровне интеллекта. Сейчас у нас есть замечательная научная модель, если кому-то из вас нужно навести мостик между точной наукой и тем, о чем говорю, я рекомендую эту модель. Мы говорим о системе пси-поля и того, что мы называем поле Акаши, что соединяет нас опять-таки с духовными традициями. Вот таков образ человеческой души, псюхи, который нам необходимо принять. То есть некой области, которая аккумулирует все те необычные феномены, о которых я говорил. Теперь мы можем посмотреть на архитектуру эмоциональных и психосоматических расстройств. В традиционной академической психиатрии, если у вас есть какая-то эмоциональная, психосоматическая проблема, которая не органична, которая не базируется в вашей анатомической природе, есть понимание, есть подразумение, что все это происходит постнатально. И традиционный психоанализ начнет соотносить вашу проблему с различными периодами вашей жизни, где она могла бы возникнуть. Например, алкоголизм, зависимость, маниакально-депрессивное расстройство, обсессивно-компульсивное поведение, будет с анальной фиксацией. С анальной стадии развития либидо, фобии, или же конверсивная истерия будет связана с фаллическим периодом, фаллическим страхом, комплекс Электра, комплекс Эдипа. И так далее. Если вы работаете с холотропными состояниями, и вы работаете с какой-то из этих тем, вы с определенностью обнаружите, что да, в вашей личной истории есть что-то в той или иной степени подтверждающее эту модель, что есть какая-то связь травм, вашей проблемы с вашей постнатальной биографией, но вы обнаружите, что корни проблемы идут дальше. И это будет на перинатальном уровне, это будет связано с одной из перинатальных матриц, и какие-то из корней, скорее всего, пойдут даже дальше, глубже, на трансперсональный уровень. И в самом конце это может оказаться кармическим опытом, или же какой-то архетипический мотив может оказаться важным. Или же вы можете обнаружить филогенетические корни. Вот быстрый пример. Вы работаете с психогенной астмой. Вы регрессируете, обнаружите, что значительная часть вот этого удушающего синдрома в астме связана с незаконченным гештальтом, как вы тонули в раннем детстве, в лет 7. А затем вы идете дальше и находите еще один момент, что ваш старший брат многократно пытался вас удушить. Вы идете глубже, и вы обнаружите, что когда вам было 2 года, у вас был коклюш. И затем вы находите еще более глубокий корень в процессе рода, что в момент продвижения продавного канала возникло удушение. И затем вы идете глубже, и на трансперсональном уровне вы переживаете эпизод, что в чем-то, что похоже на эпизод прошлой жизни в другой исторический период, вы испытали, вы были в моменте повешения, смертной казни. Затем мы можем перейти к следующей категории, которой нам необходимо изменить терапевтический механизм. И сейчас то, что я сейчас сказал, звучит как очень плохая новость. Оказывается, все не кончается в детстве, нужно еще работать дальше. А теперь хорошая новость.
Одновременно с корнями вы обнаружите очень мощные механизмы исцеления и трансформации, которые существуют на перинатальном уровне и на трансперсональном уровне. Например, переживание момента рождения, выброс вот той запертой в теле энергии может облегчить и даже устранить различные эмоциональные и психосоматические проблемы. Например, клаустрофобия, глубокая депрессия, очень много насилия, как правило, невыраженного насилия, связано с глубокой депрессией, головные боли, астма, я уже упоминал, и так далее. Если вы перепроживаете процесс родов, и вы вновь прорабатываете какие-то эмоции, которые были там заперты, это снимает целый спектр проблем. И есть также очень мощные механизмы на трансперсональном уровне. Например, мы обнаружили во многих случаях, что мощные терапевтические эффекты наблюдаются, когда люди проживают опыт прошлых жизней. Или если что-то связано с агрессией и насилием, очень часто наши пациенты проживают контакт с крупными кошачьими хищниками и так далее. Очень мощный исцеляющий механизм позволяет, создает контакт с архетипической фигурой и архетипическим мотивом, включая демонические образы и демоническую энергию. Такие сессии очень часто напоминают сессии экзорцизма, изгнания злого духа. Итак, далее у нас есть следующий пункт, а именно стратегия психотерапии и самоисследования. Исключительно важная тема. Если посмотреть на психотерапевтический мир, то мы можем обнаружить множество разных школ, и в каждой из этих школ утверждаются совершенно разные вещи. Не существует согласия применительно к тому, что такое базовые движущие силы психики, а применительно к тому, откуда берутся симптомы, что означают эти симптомы, когда и каким образом нужно их толковать. Итак, если существует некая проблема, то мы можем просто подбросить монетку, выбрать определенную школу психотерапии, и каждая школа предложит свое толкование того, а что же с нами не так. Далее в каждой из этих школ будут свои разные техники того, как нужно работать, как нужно интерпретировать происходящее, а какие нужно использовать терапевтические маневры. И существует базовое несогласие, фундаментальное несогласие между этими школами, которое в значительной степени, например, смущает меня. Но каким-то образом профессионалы живут с таким отсутствием общего мнения. Также, когда психологи, психотерапевты выбирают школу, они не располагают объективными свидетельствами в пользу того, что одна школа более эффективна, чем другая. Вот, ну, для меня, например, была ситуация с Фрейдом. Ага, вот это Фрейд, именно здесь я буду учиться. То есть именно так мы работаем, и когда мы разочаровываемся в каком-то направлении, мы идем в другую школу. Мы можем сходить на 10 разных обучающих программ, но ситуация-то какая? Когда у нас есть пациент, то какой подход необходимо выбрать для работы с этим пациентом? Например, он рассказывает сон. Чем нужно пользоваться? Методами Фрица Перлза, юнгианскими методами, фрейдистскими и так далее. Если бы было верно утверждение о том, что интеллектуальное понимание психики, в частности психики конкретного клиента, и есть ключ к психотерапии, то в таком случае терапевтические результаты распределялись бы по кривой Гаусса. Те, кто в наибольшей степени прав, и получали бы наибольшее количество хороших результатов в работе с пациентами. А те школы, которые отходят от правильного понимания, они бы на этой кривой распределяли
здесь бы ниже. Но такой картины мы не видим. Некоторые из исследований, которые нам доступны, показали другую картину. Они показали, что статистически крайне трудно показать какую-либо разницу между эффективностью работы школ. Но при этом, безусловно, есть различия в рамках каждой конкретной школы. Есть более квалифицированные психотерапевты, есть менее квалифицированные. И то, что в терапии имеет эффект, не описывается в теориях. Это нечто, что крайне трудно описать с научной точки зрения. Здесь речь идет о качестве человеческой встречи терапевта и клиента. Это то чувство, которое возникает у клиента, когда его принимает и понимает другое человеческое существо. Возможно, это его первый такой опыт в жизни, потому что в собственной нуклеарной семье такого опыта не было. Не было опыта того, что на человека направлено внимание. Также, насколько я это понимаю, терапия и поддержка в ходе терапевтического процесса дает человеку намного большую толерантность по отношению к тому, что всплывает из глубин психики, дает возможность принять те внутренние исцеляющие механизмы, которые поддерживают развертывание этого процесса. Но без такой поддержки человек может быть в значительной степени больше напуган тем, что он может обнаружить в глубинах своей психики. То есть при наличии поддержки этот материал может осмысляться с гораздо большей степенью принятия. Итак, и что же мы делали в работе с холотропными состояниями сознания? Это нечто, что уже предлагал Карл Густав Юнг. Для Юнга, по крайней мере, для позднего Юнга, психика не была чем-то находящимся в пределах черепной коробки. После того, как Юнг открыл синхронистичность, после того, как он увидел, что архетипы — это космические организующие принципы, влияющие на мир в целом, на психику, сама психика стала чем-то огромным, анима мунди, мировой душой. И наша индивидуальная психика принимает участие в происходящем. Она каким-то образом выделяется из этой космической матрицы. И эти состояния могут быть изменены. В холотропных состояниях мы можем выйти за пределы нашей индивидуальной психики и прожить опыт Вселенной в целом. Есть великолепная цитата из Виктора Гюго в романе «Отверженные». Он пишет, что есть некое зрелище более величественное, чем океан, это небеса. И есть другое зрелище более величественное, чем небеса. Это человеческая душа. И в отличие от Фрейда, Юнг действительно воспринимал человеческую психику как мистерию. Для интеллекта психика — это только некая частная функция. Понять ее невозможно. Она загадочна, помимо того, что она мистериальна. А если подумать, почему существует бытие, а не небытие? Когда мы пытаемся это осмыслить, интеллект для нас не может быть сколько-нибудь хорошим помощником. Итак, подразумевание Юнга заключалось в том, что интеллектуально психику у пациента понять невозможно. А невозможно таким образом найти какие-то фокусы для того, чтобы починить пациента, но при этом можно создать ему поддерживающий контейнер. Юнг очень интересовался алхимией, и он говорил, что это сопоставимо с алхимическим сосудом, в котором происходит трансмутация. To communicate with a higher aspect of the client, himself or herself, which Jung would call self, which in English would be with capital S, and the healing happens in the kind of an interplay or dialectic exchange between the conscious ego and the client's own higher self. It's the inner healer that's guiding the process.
То есть этот процесс ведом внутренним целителем. Это не то, что терапевт пережил некое озарение и предложил свою интерпретацию происходящего. То есть определение терапевта, данное поздним Юнгом, это сопереживатель приключения, не доктор. То есть терапевт – это тот, кто участвует в процессе исцеления, это не тот, кто его проводит. Итак, в холотропных состояниях мы создаем поддерживающее пространство, герметический сосуд. Мы предлагаем некий метод, который позволяет человеку отправиться в холотропное состояние. Для Юнга таким методом было активное воображение, позволить клиенту на кушетке закончить, продолжить свой сон и работать с тем, что всплывает. Но здесь может использоваться также шаманский метод, психоделический метод, дыхательные техники. И когда человек оказывается в холотропном состоянии, мы просто поддерживаем то, что возникает и проявляется, не имея какого-либо терапевтического намерения. Для многих людей, прошедших традиционные обучающие программы, трудно находиться в таком состоянии, которое есть состояние скорее акушера, нежели хирурга. Итак, роль духовности в традиционной науке. Мы сталкиваемся с понятием того, что наша Вселенная материальна, что история Вселенной — это история развития материи. И, как я уже сказал, что жизнь, сознание, разум — это, ну, в каком-то смысле случайности, а произошедшие в ходе эволюционного процесса, а нечто, что произошло в таком мелком и незначительном уголке этой Вселенной, которая содержит в себе миллиарды галактик. То есть это какой-то выверт. Итак, если подходить с такой точки зрения, если видеть Вселенную как нечто материальное, то в таком случае не остается пространство для духа. Откуда берется духовное? То есть со строго материалистической, в кавычках, научной точки зрения, если человек духовен, то это означает, что с ним что-то не так. А в наилучшем случае он просто не знает научных принципов, он не знает, что открыла наука касаемо данной Вселенной. Это означает, что человек имеет некие предрассудки, что он склонен к магическому мышлению. А если этот человек разумен, то это означает, что он не проработал какие-то проблемы из своего раннего детства, что у него присутствуют какие-то проекции на своих родителей, которых он воспринимает как Бога и богиню. И если человек проживает духовный опыт, то современная психиатрия выставляет ему диагноз и прерывает тот процесс, который у него проходил. Но если работать с холотропными состояниями, то мы видим нечто совершенно другое. А по мере регрессии, а когда психика регрессирует хотя бы до перинатального уровня, возникает новое измерение, которое Юнг называл нуминозным. И для Юнга это слово было более приемлемо, чем слово «священный», «мистический», потому что эти слова использовались во многих разных контекстах и могли быть поняты неправильно, в то время как термин «нуминозное» нейтрален и не вызывает такой реакции. Он называл таким термином опыты, которые у нас не встречались в ходе повседневной жизни, кроме тех, возможно, пиковых переживаний, когда мы смотрели на вершины Гималаев, на Большой Колорадский каньон, на что-то такого свойства. Итак, образы, приходящие из глубин психики, обладают луминозной природой. Мы можем понять, что они принадлежат более
високому уровню реальности. Они формы того, отражения того, что происходит в повседневной жизни. Если мы отправимся достаточно глубоко, мы обнаружим люминозность нашей собственной души. И мы ощущаем присутствие вот этого люминозного измерения в реальности как таковой. Определение Аурабинда о том, что в этой вселенной нашей душе Бог играет сам с собой в прятки. Сейчас я перехожу к последнему, хотя последней строке, которая тогда для меня была величайшим сюрпризом. Как для психиатра, получившего традиционное обучение, но это то, что куда более фундаментально, куда более трудное для интеграции. Это потрясающая сила, потрясающая способность, предсказательная способность корректного понимания процесса исцеления, который есть в астрологии. Мне было очень трудно интегрировать астрологию, даже научную астрологию, в картину мира. То есть для этого нужно действительно радикально, революционно понять и изменить свое понимание и себя, и реальности. Что мы думаем о себе, как поистине о себе и о реальности? Я не думаю, что я стал бы вообще даже упоминать это сегодня, если бы у нас вот Рика Тарнаса не было в аудитории, с которым мы уже проработали вместе и с 30 лет, с того момента, когда мы познакомились в Эссалине, и он обратил внимание на вот эти совпадения, эти корреляции, которые существуют. Рик здесь? Отлично. Ну, это-то он все слышал уже много-много раз. На очень ранней стадии, когда мы жили в Эссалине, к нам прибыл один человек, который все время носил с собой эфемериды, астрологические таблицы, и все время изучал, что происходит с ним, а что происходит в окружающем мире, и как это связано с астрологическими транзитами. И вот он подошел к нам и сказал: слушайте, ребят, вот вы тут изучаете необычное состояние сознания, а почему бы вам не пользоваться астрологией? Это будет прекрасным способом для вас. И мы с ним уселись, он рассказал нам, как составить гороскоп, какие базовые принципы астрологии, и мы обратились к рассмотрению людей, у которых были очень мощные переживания. А Эссалин — это некая человеческая лаборатория. Там собираются люди, с которыми происходили очень мощные трансформации, которыми происходили все возможные опыты, психотерапевтические, духовного кризиса, психотические срывы и так далее. И Рик в это время также был у нас ночным сторожем. Он смотрел ночью на звездное небо, оно было потрясающее. И вот мы стали замечать совершенно потрясающие совпадения, корреляции. Первое — это было то, что я уже сказал, что феноменология четырех перинатальных матриц соотнесена с астрологическими архетипами. А первая матрица — пребывание в утробе, океаническое. А когда мы читаем описание этой матрицы, это совпадает с описанием архетипа Нептуна. Вторая матрица, депрессия, голод, чувство вины, это почти то же самое, что можно описываться в астрологической литературе как архетип Сатурна. И третья матрица, когда мы проходим сквозь родовой канал, когда идет борьба, то это порождаемая энергия, энергия сексуальная, энергия жизни, смерти, перерождения, устранения,
сексуальности, энергия столкновения с биологическими субстанциями, это архетип Плутона. И далее у нас есть четвертая матрица, а именно прорыв, выход, неожиданное решение очень сложной ситуации. Божественная эпифания, влияние новых архетипов, это Уран. И далее нам стало очевидно, что не только существует такая базовая корреляция с перинатальными матрицами, но также мы увидели, что люди переживали опыт данных архетипов в те моменты жизни, когда у них проходили соответствующие транзиты. И это тема для отдельного разговора, и, собственно говоря, рассказывать об этом должен Рик, а не я. Мы создали команду, в которой я в основном приносил информацию об опытах, которые переживали люди, о холотропных состояниях, об опытах в ходе холотропного дыхания, об опыте в ходе духовного кризиса. И, конечно же, мы исследовали эвристический потенциал холотропных состояний сознания, но Рик полностью посвятил себя занятиям астрологией. То есть это то, что появилось в ходе нашего сотрудничества. Но если вам интересно, то Рик будет давать здесь семинар. Рик будет представлять здесь свой постконференционный семинар. И он выполнял очень тщательные исследования. Он работал 30 лет, прежде чем написать свою книгу «Космос и психика», которая, насколько я знаю, либо уже опубликована, либо вскоре будет опубликована в русском переводе. И для интеллекта это вызов интегрировать свою картину мира астрологию. Но я полагаю, что будущее психологии заключается в ответственной работе со всем спектром необычных состояний сознания, о которых я уже здесь упомянул, и в сочетании с архетипической психологией, в сочетании с использованием транзитной астрологии в качестве проводника. Но я понимаю, насколько вызывающе это может звучать для тех, кто получил академическое образование, но мне необходимо это озвучить, потому что это то, в чем я на данный момент убежден. И спасибо вам большое за ваше терпение. Я очень рад, что у меня есть возможность здесь поговорить с вами. У нас теперь будет обсуждение на круглом столе, когда мы пойдем в более подробное обсуждение того, как это соотносится, трансперсональная психология и новая фундаментальная научная парадигма, как мы можем использовать передовые достижения в науке для того, чтобы поддержать то, что мы открыли в трансперсональной психологии. И, разумеется, все, что вы услышите, будет абсолютно несравнимо с тем, что базируется на той модели науки, которая сложилась в 17 веке. Okay. Break. Thanks again, Eduard. Отдельное спасибо, Эдуарду.